друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем добрый вечер. Чуть-чуть утеплился. Мы сегодня на охоте с вами, на утку. Ружье, как обычно, Браунинг Авто-5. Вот, сейчас, пока сюда шли, на вечерочку, на это болото, было два подъема, взяли два чира. Эти два момента вы можете посмотреть дальше. Саму вечерочку, если будут моменты вот с вечерки, я их также вставлю в это видео и вам покажу. Но обычно утка летит по темноте, поэтому не особо видно. Один готов. А я думал, хлопунцы сначала, не за это не стал стрелять. Понял. Сейчас, погоди, собака найдет. Под ранком падал. Журавли наши. Да. Ну, сюда упал, да, на бронку. Чира. Но она видела, что упал. Стойка? Вот. Ну, под ранок. Молодец. Стойка. Возьми. Вот. Ко мне, иди сюда. Ищи. Возьми, здесь. Ищи. Вон он. Здесь, блин. Подожди. Он в нору. Да. Горец. Рис, иди ищи. Ищи. Снимай, ты смотри, как собака ищет. Ну он туда залез. Ищи. Блин. А, вон он. Подожди. Он уже вышел. А? Вон туда, прямо плывет. Вон пузыри. Сейчас вынырнет, добивай. Вон туда дальше. Я вижу, не стреляй пока. На, чтобы вынырнул, добить. А то он далеко. Вынырнул. Все. Добрал. Лиса, иди ищи. Рифма, ко мне. Иди ко мне. Вон он. Ищи. Молодец, девочка. Давай. Да, на ту сторону сейчас его притащишь. Тебе не вытащишь? Молодец. Риса, сюда иди. Ко мне. Риса, ко мне. О. Умница. Молодец. Класс. Вот трудовой чир. Трудовой. Она по нему стойку сделала. Да. Подран. Иди ко мне, умница. Иди ко мне, девочка. Молодец, давай. Умница, Риса. Молодец. Ну? Вот. С полем. Первый трофейчик. Да.
пять минут после начала охоты не прошло. Вот так, круто. Это мы двигаемся на вечерочку. Да, это мы по пути. Так. Вот они, красавцы. Увидели нас. Вернули, да, да. Прям видно, отличается. Вот за неделю их столько не было, да? Есть! Матвей! Слышишь? Готово? Надо с риса идти. Иди ко мне. Ну она наглухо, в голову, видимо. А убегал? Конечно. О, Риса, ты молодец, молодец, нашла. Если бы не собака. Вот у нас второй трофейчик. Ну, а он вылетел с того угла, короче, и вот так летит. Я сначала поехать не могу. И он вверх поднимается, и я... Рис, если бы не собака, то мы не нашли. Вот. Красавчик. Закинешь? За внимание, концерт окончен.